Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы уже очень много навязали с вами нимф, но пришел ко мне мой друг и попросил связать очередную нимфу, на которую он ловит карасей спиннингом. Значит, крючок я взял Тимка 200R, номер 12. Учитывая то, что у него ультралайт, я огрузил хорошо вот так свинцом и слегка приплюснул. Как обычно, закрепил передние усики, закрепил задние задатки, вот тоже наших хвост хвостовые. Также люрикс для того, чтобы украсить тело. И леску до 0,1. Теперь нам необходимо с вами изготовить тело. Я, как всегда, взял вот такую щепоточку меха из набора и добавил вот щепоточку такого спектра даббинг, который голубоватым оттенком освещает. Нам теперь только лишь необходимо, мы не подравниваем, не выравниваем ничего. В пряди этой содержится 4 цвета, поэтому мне не надо будет сейчас подбирать брюшко, спинку и все остальное. Единственное, что это я подготовил в качестве чехлика, вырез вот такого, это вот однозначно должно быть фазана. Или в крайнем случае возьмите вырез, сделайте из индюка, потому что немаловажную роль играет сам чехлик и спинка. Вот в таком варианте, менее уловистая, использовать, допустим, другие какие-либо цвета я экспериментировал, не совсем. Ну, может, это конкретно специфика этого водоема. Так же, как обычно, мы берем нашу пряжу, подхватили край и с краю начинаем формировать тело, не отпуская нашу даббинговую нить. Следим за тем, чтобы у нас не было нагромождений материала. Вот как вы видите, достаточно симпатично, и сразу у нас сегментируется тело нашей нимфы. Дошли до середины грудки, как у меня обычно вот хватает материала. И здесь останавливаемся. Теперь нам с вами необходимо обмотать нашим люрексом. В любом удобном направлении выберите для себя шаг, это дополнительно мы как бы делаем элемент привлечения. Берем теперь нашу спиночку, ровно сколько у нас здесь будет получаться по нашим перьям, и аккуратно укладываем до грудки. Стараемся, чтобы она была достаточно выровненная, в том смысле, чтобы плоско вот так лежала по нашей нимфочке. На отком расправим еще, чтобы это было у нас несколько пошире, и закрепим. Теперь нам необходимо с вами, пока ничего не отрезаем, не убираем, взять нашу леску, которую мы закрепили, и аккуратно теперь также следим за тем, чтобы никуда не уходило наше перо. Поправляем, если необходимо, ноготком. Сверху вот так хорошо продавливаем, сегментируем наше тело. Закрепим весь материал, остатки удалим. И с вами теперь нам необходимо, вот пока мы еще здесь можем работать, вскрыть хорошо лаком верхнюю часть нашей спинки. Я закрепил у глазок очередной вырез этого же пера и развел вот так
остатки бородок поделил на две равные части. Теперь нам необходимо изготовить грудку из даббинга и закрыть его чехликом. На грудку я буду использовать вот такой материал серого цвета, но я добавил сюда немножечко блестки для того, чтобы можно было еще дополнительно привлечь мою рыбу. Давайте изготовим и потом посмотрим. Вот, друзья мои, мы вскрыли немножко лаком. Я сделал вырез, как обычно, на чехлике, на зачатках крыльев. И такая нимфа, как я уже говорил, для рыбалки спиннингом, для ловли конкретно карася, готова. Также, я думаю, она будет хорошо работать и на больших глубинах, там, где обитает хорошая другая рыба. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!